Здравствуйте. Здравствуйте, можно к вам? Да, заходите. Присаживайтесь. Участковому Григорию Крыханенкову поступила жалоба, и хотя таких за 7 лет службы в полиции было немало, он по-прежнему относится ко всем обращениям максимально внимательно, работает всегда на результат. Поначалу работа тоже нелегкая, и моральная, и с людьми со всяким приходится общаться, с разным контингентом, но вот сейчас, ну, ввиду опыта уже, ну, так сказать, ну, намного легче становится работать с каждым годом. Родился, как сам говорит, на территории обслуживания своего же отдела в поселке Сосны. В профессию пришел по совету друзей полицейских. Только в этом году Григорий Крыханенков выявил 11 преступлений общеуголовной направленности, 99 административных правонарушений. По словам участкового, прийти на службу в органы несложно, а вот задержаться может далеко не каждый. Тот человек, у которого нету, ну, терпения и интереса к этому, к этой профессии. Он стать сможет, но он долго проработать не сможет просто. Старший лейтенант полиции Крыханенков – человек слова, делает то, что положено. И даже больше, чтобы на его участке был порядок, строго в рамках закона. Поэтому и результат его работы высокий. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».